Всем привет! Это «Квартирный контроль», это его ведущая Мария Федорова, это Останкинский район Северо-Восточного округа Москвы, а это наш новый герой – жилой комплекс «I Love» от компании «Кортрос». Жилой комплекс пока находится на ранней стадии строительства, его даже из забора еще не видно. Поэтому мы сейчас отправимся в офис продаж и получим всю информацию об этом проекте от его авторов. Весь участок, который мы видим и на макете, и в жизни, это 7 гектар. На них располагается 5 жилых корпусов. Сейчас у нас непосредственно первый корпус, вот как раз располагается. Вот он. Он у нас состоит из 9 секций, 3 высотных по 34 этажа и 6 низкоэтажных, это 11 этажей. И про третий я тоже хочу вам рассказать. Этот корпус тоже состоит из 9 секций, одна из которых 32 этажа высотная. Низкоэтажная секция в третьем корпусе – это 10 этажей. Угу. Так, и сейчас в продаже как раз первый и третий корпус? Первый, и выводится сейчас третий корпус, да, в продаже. Очередное строительство у нас по корпусам разделено. Соответственно, у нас есть первая очередь строительства, вторая очередь строительства, и далее мы уже, согласно проекту организации строительства и стратегии компании, будем дальнейшие корпуса строить. Каждый корпус у нас проектировал на основании общего дизайна кода и мастер-плана, который создало известное архитектурное бюро международное AECOM. Каждый корпус мы, чтобы создать уникальные застройки, мы отдали в свою, ну, как бы в отдельную архитектурную мастерскую. Да, чтобы создать свое лицо и свое видение, как бы, немного измененного продукта на основании дизайн-кода, выполненного AECOM. Первый корпус и делала непосредственно компания Apex. Третий корпус делала компания «Остоженко», четвертый корпус делала компания «ТПО Резерв», пятый корпус делала компания непосредственно AECOM, кто создал изначально весь мастер-план на весь объект и общий дизайн-код. Также второй корпус делала компания тоже «Апекс». Продажи сегодня представлены 1, 2 и 3 комнатные варианты метражом от 39,5 квадратных метров. Минимальная стоимость квартир – в августе 2019 года 7 миллионов 307 тысяч рублей. Планировочное решение мы разобрали на портале «Квартирный контроль», и обратите внимание, что здесь есть и варианты европланировок. На сайте мы расписали характеристики каждого корпуса, где вам будет удобно увидеть соотношение квартир, машин и мест и кладовых, а также сроки реализации и выдачи ключей. Первый корпус у нас открыт с конца 2018 года, с октября. Мы видим как раз, что мы вышли сейчас из земли. Полностью закончен нулевой цикл. Первый корпус, который выходит у нас на улицу Годовикова, пересечение с Бочкова. То есть самые сложные работы позади. Да, гигантское количество работ проведено. С большими трудностями мы здесь столкнулись после того, как нам передали данную площадку после известных других девелоперов, которые занимались данной площадкой. Сейчас мы... предшественник был. Да, да. О том, как складывалась судьба участка, на котором ведется строительство жилого комплекса «I Love», вы можете узнать на «Квартирном контроле». Мы, конечно же, получив данную площадку, пришлось нам большое внимание уделить проведенным здесь работам. Они как раз, может быть, нас чуть-чуть где-то задержали, но мы сейчас с успехом вышли на строительство первого этажа, как вы видите, и сейчас он уже из земли полностью комплекс вышел, и сейчас ударными темпами вы увидите, как будет этаж за этажом подниматься, опережая все графики строительства. Все корпуса на основании дизайн-кода имеют подрезку и колоннаду по периметру, как бы дополнительное место для расположения инфраструктурных объектов, которые имеют первые, чтобы мы не делали козырьки, которые достаточно опасны и странно на всех объектах выглядят. Все видят эти стеклянные козырьки с мусором на крыше, которые там не убираются. Мы как раз хотели избежать таких уже проверенных 100% неудачных моментов. Вот этот как раз способ дает возможность. Плюс к этому
расположение, удобных входов, непосредственно выходов из этих магазинов или инфраструктурных объектов, которые могут располагать свои террасы или веранды на этой территории. А по социальной инфраструктуре что планируете строить? На территории комплекса у нас расположен детский сад с количеством 250 мест. Пристройка. Да, встроенный детский сад, 250 мест. И предполагается строительство школы на 400 мест. Она где будет расположена? Она вот в этом месте будет расположена. В данном случае мы в макете не указываем ее, но просто по проектной документации она у нас предусматривается. Я отдельно хочу сказать, что наша территория находится непосредственно в близости с большим количеством и детских школ, и гимназий, и детских садов, полностью обеспечена всеми объектами социального назначения. Но мы, чтобы создать комфортные условия проживания для будущих жильцов, отдельно планируем строительство и детской школы, и детского сада. Угу. То есть это вы к тому, что у вас не было такого обязательства? У нас не было, просто это как часть продукта. У нас это семейный формат для будущих жильцов. Мы большое внимание этому уделяем, и для этого непосредственно запроектировали детский сад и школу. Дим, наши зрители помнят тебя по обзору ЖК «Поколение», по последнему, совсем недавно вышедшему. Поэтому представляться не обязательно, но сразу скажем, что ты купил квартиру еще и здесь. Да, сориентируем наших зрителей. Да, сразу поясню, квартиру мы здесь взяли в ипотеку, то есть воспользуясь всеми возможными так называемыми плюшками от государства, то есть используя материнский капитал и, значит, государственную ипотеку, которая для семей с детьми, более двух, которые родились, начиная с 1 января 2018 года. Вот, там 6% ипотека, и, в принципе, здесь такая же опция есть. Что касается самого объекта, то, в первую очередь, необходимо обратить, наверное, внимание на его расположение. В принципе, район, в котором он расположен, достаточно, как мне кажется, престижный. То есть, с точки зрения расположения социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, соответственно, здесь достаточно серьезный застройщик. Uh-huh. Это представительская такая достаточно компания «Кортрос». Значит, у нее достаточно много объектов, которые они сдавали в срок. То есть вы здесь рассматриваете квартиру уже для проживания с семьей, да? Для... Ну, конечный вариант. Вполне возможно, да. Да. Этот корпус выполнен будет по технологии, по монолитно-каркасной. Немного расскажу, наверное, про технические характеристики. Внешние стены у нас будут выполнены из газобетонных блоков толщиной 200 мм. Далее мы будем весь корпус утеплять. На данный момент у нас по проектной документации утепление выполнено минераловатными плитами Rockwool. Но, конечно же, каждый этап проходит у нас и тендерную историю, как бы, да. И по тем характеристикам мы хотим, конечно, выбрать лучшие материалы, которые есть на рынке. Могут, конечно, быть изменены материалы, но только в лучшую сторону. Mm-hmm. С нашими партнерами у нас есть отдельная служба закупок, которая выбирает и делает партнерские отношения с лучшими производителями и поставщиками на рынке. Mm-hmm. И мы всегда пытаемся продукт даже на этапе строительство только улучшить. Планку не снижаете? Нет, у нас такого нет. Угу. Конечно же, есть оптимизация по цене, но с точки зрения не характеристик используемого материала, а с точки зрения ценовой политики. Это вопрос взаимодействия с производителем того или иного материала. Угу. Поняла. Так, а чем будете облицовывать? Первый корпус будет облицован согласованно АГР, который согласован непосредственно в Московском архитектуре. Согласно его, мы весь первый комплекс у нас находится в отделочном материале архитектурный бетон. Также у нас сейчас отдельно идет стадия разработки фасадных решений, где мы анализируем подсистему фасада, какой утеплитель, как это все будет крепиться, какие материалы могут быть использованы для этого архитектурного объема. Дим, я открою твой секрет зрителям, скажу, что ты строитель, да, потому что так все-таки твое мнение еще более авторитетным становится. Вот с учетом, да, профессии твоей, знаний, как оцениваешь целый проект? Я несколько раз приезжал на объект, смотрел, как выполняются строительно-монтажные работы. Ну, считаю, что они выполняются достаточно качественно. Тот интенсив, который у них присутствует на стройке, в принципе,
ну, отвечает тем срокам, которые ими были заявлены, которые, безусловно, беспокоят. Потому что у них сдача, по-моему, первого корпуса 2022 год. Причем, по-моему, второй или третий квартал. Вот. То есть вначале они пока раскачивались, ну, некие сомнения были, потому что достаточно мало количества рабочих было на стройке. И, ну, в принципе, подготовка долго была. Да, основная подготовка была там. Сейчас они уже постепенно монолит вытягивают. Ну, я думаю, у них достаточно высокие темпы уже будут. То есть раньше, если было, там, по-моему, порядка двух кранов, сейчас, как видите, уже их четыре. Вот. И работа достаточно так масштабная идет. То есть видно, что усиление есть такое существенное. А что касается подрядчика? Подрядчик? Ты, наверное, изучал этот вопрос. Ну, подрядчик, он такой, в Москве он достаточно известный, Моспромстрой. Дима, это деду ты, отец еще. Да-да. И с ними, в принципе, взаимодействовал, наверное, лет 8 назад там, по одному объекту. Ну, достаточно сильная компания. Я думаю, они, если берут на субподряд организации, они достаточно качественно выполняют работы. Вот. Плюс я очень надеюсь на то, что и генподрядчик справится со всеми обязательствами, и застройщик. И я надеюсь на то, что, ну, скажем так, застройщик не будет экспериментировать там с строительными материалами и с оптимизацией расходов, да, чтобы то, что они заявляют в рендерах, фактически было по факту. То есть, повторюсь, здесь заявлено, что достаточно интересное будет архитектурное решение, интересная концепция внутреннего двора. Вот. Ну и, в принципе, в части управления дома тоже такие самые современные технологии, включая вот умный дом. То есть фактически у человека будут все современные возможности, чтобы комфортно там жить. Да, давайте заглянем во двор. Что там, как планируете благоустроить? Вижу, что закрыт для машин, да, это по концепции двор без машин. Все дворы, да, у нас без машин, и, только для проезда спецтранспорта. Мы отдельно заказали проект благоустройства у очень известной английской компании «Gillespies» со столетней историей как бы проектирования и воплощения жизни своих прекрасных объектов. Она известна достаточно в России, является одним из таких знаковых проектировщиков и озеленители, благоустроители, кто занимается данным видом работ. И вот компания «Gillespies» нам сделала прекрасный проект озеленения, который мы будем воплощать на данном объекте. И в дворах, вы видите, здесь большое количество будет озеленения. Вот все подходы и тренды последних, не знаю, 10-5 лет, да, то, что мы видим там в центре Москвы, то, что происходит, мы хотели бы все на более еще высоком уровне воплотить на нашем прекрасном объекте. То есть выцветающих горок и кашпо с петуньями вот это все не будет? Не будет. Будет все в режиме прямо ультра-новых технологий, трендов мировых в плане благоустройства и озеленения. Вчера, когда я изучала проектную декларацию, меня впечатлил пункт благоустройства в части озеленения. Там перечислены, как мне показалось, с десяток, не меньше, видов деревьев, в том числе и плодовые, кустарники, цветы. Одним словом, застройщик планирует, судя по всему, разбить там настоящий сад. Я не гарантирую вам реализацию этих планов в полном объеме, но, по крайней мере, несколько елок у вас на территории жилого комплекса точно будет. И это будут взрослые деревья и ели, которые застройщик бережно сохраняет. Вот примерно в таком виде. Так, а вниз у вас строение уходит на два уровня? Два уровня, да, которых расположена непосредственно паркинг-зона. Вот мне, глядя на макет, кажется, что застройка довольно-таки плотная. Вот хочется понять, насколько это будет комфортно здесь жить и соблюдены ли все вот нормы там, противопожарные, с точки зрения инсоляции и так далее. У компании, конечно же, была сложная задача по поводу размещения такого количества жителей и коммерческой составляющей, экономической модели на данной территории. Какое количество желающих здесь жить. Желающих здесь жить, да. Я хочу сказать, что на данном объекте у нас это все полностью квартиры, это не апартаменты. Соответственно, мы в очень были жестких условиях, согласно всех правил и норм, действующих при проектировании и при строительстве. Весь комплекс прошел экспертизу, соответственно, все нормы, у нас отдельно происходит расчет инсоляции, который проверяется экспертизой,
Здесь еще и было дополнительно заказано отдельное исследование и отдельный проект по поводу инсоляции. И, конечно же, хочу вам сказать, что полностью он все прошел, все прекрасно с точки зрения инсоляции у всех квартир, все нормы полностью выполнены. Доступ на территорию комплекса будет свободен, но вход на территорию каждого корпуса планируется ограничить. Подъезды или входные группы будут сквозными. Пространство входных групп предусматривает зоны ресепшн, зоны ожидания и лобби. Также хочу сказать, что у нас в первом корпусе есть часть квартир без отделки, есть две секции с отделкой, с полной. Там у нас предполагается три варианта отделки. Мы взяли тренды, которые сейчас востребованы на рынке. Это неоклассика, это скандинавский стиль и это современный стиль. Как раз человек может быть... Выбирать будет из тех вариантов, которые ему предлагаться будут. Они же показаны в шоуруме, да? Как раз шоурумы, которые у нас сделаны в современном стиле и в классическом стиле, показывают подход компании к этому вопросу. Хочу вам рассказать отдельно про новый продукт компании. У нас мы выполнили соглашение с компанией Nolte Küchen. Оно подписано вот совсем недавно. И сейчас все наши комплексы будут иметь возможность покупки, как жильцы, например, квартир без отделки, кухонь по спецусловиям от наших партнеров. И также квартира с отделкой будет предусматривать установку кухонь Nolte в свои квартиры. И они, как наши партнеры, будут устанавливать во все наши проекты такие свои кухни в разных форматах, в зависимости от сегмента недвижимости. То есть кухня, это имеется в виду шкафы и техника. Да. Мы, может быть, скорее всего, сделаем вариант с установкой именно штендеров компании Nolte в офисе продаж, чтобы конечного покупателя информировать о такой возможности. Потому что таких цен на рынке сейчас на данный момент нет и не будет. Квартиры с отделкой предусматривают установку комплекта «Умный дом». Как это будет реализовано, вы можете увидеть в нашем обзоре уже готового проекта от группы компаний «Кортрос» жилого комплекса «Хедлайнер». В непосредственной близости строится многофункциональный центр и спортивный комплекс с бассейном. Также в этой локации расположен технопарк «Калибр», с которым девелопер развивает партнерство. По мнению застройщика, такое соседство обеспечит для жителей рабочие места и возможности для дополнительного образования детей. А что касается хлебозавода, вот у него какая судьба? Хлебозавод находится достаточно далеко от объекта, да, расстояние, ну, далеко в плане экологической безопасности какой-то, но выбросов от него никаких нет. Единственная опасность, которая исходит, по моему пониманию, от завода, это то, что от него распространяется очень вкусный запах хлебобулочных изделий. У них есть магазин отдельный. И единственная опасность для будущих жильцов – это проблема пополнения той продукции прекрасной, которую они выполняют. Ближайшая зеленая зона – это Звездный бульвар, но мы не рассматриваем его как место для прогулок, потому как не рекомендуем гулять вдоль опор линии электропередачи. Для этих целей лучше выбрать парк Останкино, ВДНХ или Сокольники. До ВДНХ мы намерили расстояние в 2 километра, до Сокольников – 2,5. На форумах мы увидели мнение, что часть квартир в жилом комплексе «I Love» будет отведена по цели реновации. Сегодня на этот вопрос застройщик дает отрицательный ответ. Так, Дим, и мы с тобой когда обсуждали социальную инфраструктуру, ты говорил, что здесь школы довольно-таки статусные, да? Да, значит, на проспекте Мира находится школа, забыл, к сожалению, номер. Она сотрудничает с разными финансовыми корпорациями как города Москвы, так и России. Значит, там достаточно серьезно относятся к изучению иностранных языков. Там есть в этом отношении приоритет. Плюс она достаточно большой период времени была в топ-20 школ города Москвы. По-моему, 2 детских садика, поликлиника. Далеко поликлиника там есть? Ну, прямо от жилого комплекса, по-моему, 2-3 дома от стройки. То есть, в принципе, инфраструктура такая достаточная. Но, опять повторюсь, количество жителей будет увеличено. Хотелось бы, чтобы объектов было больше. Что еще добавить им?
что еще. Дайте скидку. Да, и дайте побольше. Скидку. На самом деле, у пика у меня получался там. Я, допустим, говорил то, что... Вы еще и с пиком успели повзаимодействовать. Да. У меня были там ситуации, связанные с тем, что, там, допустим, покупал машину на место. Я говорю, слушайте, вот у меня, я говорю, если могу копию договора, да, и можно получить... Ну, могу ли я получить скидку? Они такие, да, давайте рассмотрим этот вопрос. А так, конечно бы, поскольку объект, если я буду рассматривать второй уже, в жилом комплексе, скажем так, возможно, навсегда, конечно, да, то хотелось бы все-таки небольшую скидку. Лояльный покупатель, строитель с авторитетным мнением, многодетный отец. Да, очень много. Коренной москвич. Нет. Ну, предположим, давайте все эту копилочку. Да, ну как тут без скидки можно обойтись? Надо. Наш первый выпуск из цикла репортажей о жилом комплексе «I Love» подошел к концу. Мы постарались сделать его интересным, информативным и, главное, полезным. Если вам понравилось, то поставьте лайк. Если не понравилось, то поставьте лайк и ниже напишите, чего же вам все-таки не хватило. Мы будем приезжать сюда периодически и в следующий раз постараемся удовлетворить ваши запросы. Как всегда, я желаю вам правильного выбора и до встречи.